Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих», где есть ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настроя, ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Пользуйтесь, все сделано для вас. Сегодня давайте посмотрим, что или кто спешит вас порадовать. Как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь. Это уже даже доказано врачами. Есть даже такая терапия, которая называется смехотерапия. Поэтому подумайте об этом и улыбайтесь как можно чаще. Ну что, вы готовы? Что спешит вас порадовать? Передышка. Первое, что спешит вас порадовать, это передышка. Это именно время, когда вы сможете предаться своим мечтаниям. Это может быть как пару дней отдыха от работы, как отгулы, как отпуск, как для некоторых выходные дни, которые выпадут, могут выпасть и не только на субботу-воскресенье, ну а также это может быть то, что вам очень надо, это именно время для того, чтобы проанализировать происходящее, проанализировать, как вы, куда вы идете, что вы делаете именно в работе, в карьере, в бизнесе, как же работать дальше, действовать в бизнесе, как же действовать дальше, ну и в отношениях и точно так же. Такое ощущение, что некоторые из вас возьмут паузу. Это не значит, что кто-то там будет расставаться, расходиться, просто будете более спокойно и аналитически относиться к тому, что происходит между вами и партнером и партнершей. Это для тех, кто в отношениях, и неважно в каких, или просто встречаетесь, или совместное проживание, или уже в браке. Ну а для тех, у кого произошла ссора, разрыв, расставание и даже развод, вот у вас сейчас порадует вас время успокоения. Вы успокоитесь и проанализируете, что же произошло, и вас это порадует. Ну и тут я точно, вот это вот именно для, первое я могу сказать, для тех, кто, у кого ссора, разрыв, расставание или развод. Подумайте, почему это произошло и кому из вас, партнеров, это было больше надо. Вы понимаете, иногда даже ссора, разрыв, расставание и развод – это освобождение. Я не говорю, что для всех вас это так, но подумайте, есть среди вас те, у кого произошли такие события, и вы очень переживаете и не уверены, правильно это или неправильно, хорошо или плохо, уязвленное самолюбие я чувствую, но проанализировав, некоторые из вас поймут, что это нужно было даже больше вам, чем партнеру. Ну а также порадует вас освобождение. Вы почувствуете очень скоро какую-то легкость от освобождения от каких-то
можно сказать, обязанностей, которые вас тяготили. И когда эти обязанности сойдут с плеч, вы почувствуете облегчение. Ну а также может проиграться для некоторых именно очищение, как освобождение от болезни, именно физическое восстановление и освобождение от именно того, что вас мучило, симптомов, которые мучили вас в болезни. И, как вы понимаете, это все вас обрадует. Даже если вот это освобождение, очищение было связано с какими-то неприятными моментами, сразу после этого будет радость. Ну, и я хочу вам сказать, что высшие силы, Вселенная, космос, Господь спешат вас порадовать, потому что вышло 3 старших аркана. 3 старших аркана в таких раскладах не так часто выходят. Это значит, что все, что будет происходить в ближайшее время, будет происходить именно под влиянием и присмотром высших сил. Поэтому принимайте знаки, принимайте помощь, потому что тут я вижу, что высшие силы будут вам помогать. Ну и что еще вас порадует? Возможность принимать самим свои решения без влияния чего-то или чего-то. И тут я вижу и аналитический подход, тут я вижу и эмоциональный подход, но в конце концов порадует вас то, что свои решения вы примете в самое ближайшее время по тем ситуациям, по тем событиям, которые будут происходить, вы сами примите свое решение, никого не слушая и не опираясь ни на чье мнение. И это, я вам хочу сказать, здорово. А высшие силы вам помогут именно это сделать. Принимайте.